20 человек. Научно-исследовательская экспедиция. Ватавара. Самая загадочная гора Карелии. Команда Питер ТВ совместно с организаторами, сотрудниками Карельского научного центра и представителями Русского географического общества отправились за 600 километров от Петербурга, чтобы посетить самую мистическую гору Карелии – Ватавара. Это загадочное место не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн. Это многочисленные сейды, деревья причудливой формы, каменный бассейн, мертвая тишина и особенная таинственная атмосфера. Экспедиция длилась 4 дня, и за это время участникам пришлось столкнуться с самыми разными трудностями. Доброе утро, друзья! Время 7:30 утра. Мы сейчас находимся в поселке Гимолы. Самое время стартовать нашу экспедицию. Мы отправляемся на гору Ватавара. У меня немного осип голос, но ничего, настрой боевой. Ну что, поехали? Добраться до горы оказалось не так-то просто. Путь был полностью заснежен. Некоторые участки дороги были подтоплены. Но благодаря вездеходу «Лось» удалось добраться до горы за 2 часа. Мы приехали к горе Ватавара. Преодолели на нашем могучем вездеходе 25 километров по заснеженной дороге. Ну а далее нам придется его оставить и отправиться на своих двоих. Берем все самое необходимое. Ну что, с Богом! В гору группа пошла пешком. В первые минуты удалось встретить гадюку. Как сообщил местный житель, проводник, сейчас самое время, чтобы они просыпались после зимней спячки. Как вы можете видеть, дорога очень сложная. В таком режиме нужно идти не менее 2 часов в гору и обратно. Не каждый сможет выдержать, нужно обладать определенной подготовкой. Ну, лично мне, как вы видите, тяжеловато. По пути на вершину можно встретить большое количество сейдов. Это большие валуны весом около 3 тонн, уложенные на ножки, то есть на камни меньшего размера. Они располагаются преимущественно группами от 2 до 6 штук. Вот именно здесь сталкивается наука и мистика. Неизвестно, кто и зачем соорудил эти каменные конструкции. Местные жители и любители мистики придерживаются версии, что древнее племя самов сооружали такие фигуры, чтобы проводить обряды жертвоприношения. Однако сложно представить, что человек сам поднимал эти гигантские камни и выстраивал в определенной форме. Но версия ученых однозначна. Так называемые сейды образовались благодаря сходу ледников. Сейд – это некое название, так сказать, связанное с саамскими легендами, то есть обозначает священный камень или же камень, который указывает определенное направление. Угу. Если названия не было, то просто это так называемый памятный сейд. То есть человек прошел мимо чего-то, это место ему запомнилось, соответственно, он вот воздвиг сейд. Их человек сам воздвиг на эти маленькие камушки, это же гигантский вес, как это возможно? Я думаю, что это происходило следующим путем, то есть потихонечку камень отломался от основной коренной, так сказать, породы и тихо-тихо под воздействием различных факторов перемещался по поверхности. По дороге попадаются маленькие камешки, он их перетирает, или там талые воды и так далее, и так далее. Он приобретает некую устойчивость и остается вот в своем положении. Сейчас мы находимся на высоте 300 метров над землей. Здесь мы можем наблюдать совершенно уникальное явление – мертвый лес. Если посмотреть направо, здесь мы увидим зеленые, живые, красивые деревья. Если посмотреть налево, здесь засохшие деревья странной формы. В 2006 году, да, здесь был пожар. Тушить пытались, но здесь бесполезно, потому что здесь высота. Ветер дует сначала в одну сторону, не подойти, потом дует в другую сторону. И здесь площадь большая сгорела. Вот, кстати, мы сейчас подымались, ребята вот стоят в палатках. Вот объясняли же им, что нельзя костры разводить. А все, территория не охраняется, а кто-то такой, да и все. Так что уже говоришь, будьте аккуратны. Территория большая сгорела, да. А пока дожди не пошли, и потом потухло само. Наверное, больше месяца горело. Причина – человеческий фактор, хоть и ссылается, там нет, это, мол, гроза, да все, но человеческий фактор. Вы сами видите, вон, какая гроза, когда стоят, деревья жгут. Этот темный лес выглядит весьма угрожающе. Скрученные ветки деревьев будто из фильма ужасов. Создается полное ощущение мертвой местности, будто неведомая сила не дает лесу расти. Хотя многим елям и соснам по 100-200 лет. Ну вот только что мы видели такие довольно старые сосны, у которых
на верхушке происходит разветвление, и они принимают такую, ну, то ли грибовидную, то ли такую широкую, разветвляющуюся форму, очень сильно отличающуюся от тех сосен, которые растут в нормальных условиях. И вот здесь, как раз где мы стоим, очень хорошо можно видеть, как это происходит. Прямо за мной можно видеть различные деревья, просто у которых верхняя часть отломана. Это результат очень сильных ветров, которые просто отламывают часть дерева. Возможно, это происходит зимой. Вот, например, видно сосну с отломанной вершинкой, там чуть подальше есть елка, вот здесь более старая отломанная вершинка. Вошел боковой рост ветвей, как раз в результате которого происходит вот это расширение кроны, и деревья принимают такую причудливую форму. Загадочная атмосфера этой местности привлекает множество туристов. Гора – излюбленное место многих шаманов и колдунов. Эту информацию подтвердила интересная находка. По пути на вершину группа нашла карту Таро. Наконец-то мы добрались до вершины западно-карельской возвышенности. Высота здесь 417 метров над землей. А вот здесь находится так называемый амфитеатр, колодец, озеро и шаман-камень. Вы только посмотрите, как это красиво. Мы добрались с трудом по снегу. Мы находимся в месте, вот это вот место называется амфитеатр. Вот рядом стоит шаман-камень, сейтука, как его еще называют. А самая высокая точка вот там вот на той горе, вот, вот камень стоит, там вот высота 417 метров. Ну, мы здесь где-то метров 400, наверное, находимся. Вот амфитеатр. Самые смелые участники экспедиции, 4 человека, решили остаться на горе с ночевой, чтобы почувствовать на себе всю мистическую энергетику местности. Это просто хозяйка горы, она все готовит. Андрей, Ренат, привет. Это наша команда. Очень круто. Все пошло не по плану, потому что изначально мы планировали ночевать на следующую ночь. Но с нами поехал Ренат, который сказал, раз приехали сегодня, давайте будем сегодня здесь и ночевать. Вот, благодаря этому человеку мы сюда и забрались. На самом деле, огромное спасибо, потому что провели время здесь просто отлично. Отлично, потому что мы пришли первыми. Отлично, потому что мы прошли все, скажем так, ну, таинственные места, которые ни разу не таинственные. Вот. И мы уже другим группам рассказывали, где что находится, куда идти, где аккуратно быть, где неаккуратно. Ночью здесь ничего страшного не было, лагерь мы разбили сразу. Из-за погодных условий на следующий день группа не смогла спуститься с горы, как и множество туристов. Поэтому им пришлось остаться еще на одну ночь. Спустя 2 дня вездеход забрал с горы смельчаков и неподготовленных туристов, которые не смогли самостоятельно выбраться из этой зловещей местности. Идти 25 километров по быстро тающему снегу было невозможно. Дорога сложная, лужи, соответственно, мы сразу промокаем. А сменной обуви такой нет, которая вот прям позволит сухими ногами дойти 25 километров с рюкзаками и с мокрой обувью. Это очень сложно. Организаторы экспедиции не смогли отказать горе-туристам и взяли всех, кто влез. В вездеходе, предназначенном для 16 человек, вывезли 25, собаку и туристическое снаряжение. Машина шла серьезным перегрузом и, преодолев 20 километров, двигатель перегрелся. Оставшие 5 километров часть туристов шла пешком. Но как только двигатель вездехода остыл, удалось поехать дальше. Все были доставлены на базу в целости и сохранности. Экспедиция на гору Ватавара была тяжелой как морально, так и физически. Поэтому, если соберетесь туда не в летнее время, 10 раз подумайте. Ватавара, безусловно, очень важная эмоциональная точка на карте. То есть она уже привлекает тысячи туристов. Но, к сожалению, этот туристический поток пока слабо организован. К счастью, местные жители подключились к этому процессу, перехватывают здесь людей и пытаются их инструктировать, советы давать важные. И некоторые самые отважные, самые цельные, да, то есть местные жители, они как раз и водят сюда людей и, мне кажется, дают вполне качественный, естественно, научный материал. Но, конечно, он связан с ощущением этих людей, да, с каким-то личным опытом, с опытом жизни в этой особой местности. Вот. Но чтобы превратить это в полноценный туристический продукт, необходимо объединить усилия. Необходимо действительно добавить мощную научную составляющую в эти туристические продукты. Несмотря на все сложности, участники экспедиции получили незабываемые впечатления и грандиозный опыт. Следующая экспедиция будет еще сложнее. Альянс компании «Восток-Запад» планирует провести ее в августе на Кольском полуострове. Вера Ептышева, Глеб Лялин, Дарья Молчанова. Специально для Питер ТВ.